Всем привет, друзья! С вами Василий Фанатолий. И сегодня я вот делаю вот такой вот репортаж из своего любимого Эль-Кампейо. Вот он у меня посвящен вот чему. Вот сейчас хочу вам сказать. Значит, вот этот достаточно известный уже и хорошо, в общем-то, раскрученный и отстроенный памятник, и архитектуры, и вообще памятник истории. Да? Значит, это вот Рейнос де Баня называется. Да? Баня с... Королевские бани, так называемые, да, это римские поселения 4 века, да, вот, значит, смотрите, вот это сделали в свое время вот такой вот комплекс, исторического памятника, да, с такой там вот много всяких вот есть, прямо под открытым небом, да, значит, все очень хорошо сделано, значит, и много всяких вот там раскопок и там прочее там видно, да, вот теперь смотрите, вот здесь, да, вот тут вот огорожено, да, это тоже есть зона, да, которые тоже будут вот со временем будут делать здесь, вести раскопки и будут делать тоже вот определенный такой вот памятник, да, скажем так, исторический, да, то есть вообще я хочу вам сказать, что в Испании очень трепетное отношение к памятникам, к историческим памятникам, к памятникам истории, ну, скажем так, да, вот я уж, извините, вот, я вот был в других городах, да, вернее, в других странах, да, значит, ну, не везде такое вот хорошее отношение трепетное. Вот к чему я вам сейчас хочу сказать. Вот здесь, вот эта вот зона, да, это, ну, вот они, скажем, здесь вот и охрана находится, да, вот этих всех этого памятника, да, значит, ну, и тут, так сказать, какие-то тут материалы складируются, да, то есть, значит, для того там делать, да. Значит, ну, вот самое важное, что сейчас вообще расширяют, будут здесь делать музей. Понимаете, вот смотрите, для этой цели здесь освободили здание, в котором находился раньше гвардия Севиль, да, полиция, да, много лет они здесь были, понимаете, там, так сказать, ну, здесь, конечно, очень удобно, там, для них, вот, все там, так сказать, все это видно, они, так сказать, контролировали вообще-то всю зону, ну, в принципе, и сейчас ничего не поменялось, они, так сказать, все это нормально, значит, каждый человек, каждая служба здесь делает свою работу очень качественно, я хочу вам сказать, полиция здесь великолепно работает, все, так сказать, и муниципальные власти здесь великолепно работают. Вот я к чему вам хочу вам сказать. Вот смотрите, здесь сейчас будет вообще комплекс вот этих вот различных сооружений, видимо, сделать. Я не знаю, будут ли это сносить, может быть, сначала здесь не будут сносить, но здесь будет именно музей, понимаете, вот в этом здании, да, музей Эль-Кампейо, я думаю, понимаете, там, то есть все, вот здесь все как-то вот в комплексе должно быть, вот смотрите, видите, получается вот такая панорама, здесь все будет, и вот думаю, что здесь вот будет полностью вот эта вся вот такая музейная, такая чисто музейная зона, ну и дальше, вот видите, дальше уже пошел пол. Вот это все, я думаю, вот этот пустырь все здесь будет застраиваться. Но я генплан не видел, да, но мне вот, так сказать, говорили уже мои коллеги, строители, да, значит, что вот здесь намечается очень серьезные, так сказать, и будут серьезные, в общем-то, работы, да. Но это вот, видите, это вот этот памятник, это опять же, что же, 4 век там, да, здесь вот, так сказать, это историческое, понимаете, это их, таких вот башен не так много, вот, по Испании. Ну, так что вот так, вот, друзья, сегодня вот у меня репортаж, вот, так сказать, посвящен вот этому. Вот, всем хорошего настроения, друзья, приезжайте в Эль-Кампейо, и я думаю, что вы всегда будете довольны здесь, понимаете, вот отношения людей, отношения властей, отношения людей, которые вот отвечают за вопросы вот такого гостеприимства, да, значит, там, так сказать, здесь очень-очень-очень трепетные вот к туристам, понимаете, поэтому отношения здесь действительно великолепные, ну и кто знает, уже кто здесь бывал, да, тут рекламировать тут уже не следует, да, так что вот так, друзья. Вот, смотрите, скоро вот здесь будут, видите, там, так сказать, уже построили вот им все, вот там, так сказать, их переселили. Вот, так что вот все сделано, делается нормально все правильно. Всего доброго, друзья, с вами был Василий Анатолий.